Привет, привет, дорогие друзья! С вами на связи Олег Лавгудвин. И сегодня у нас в гостях братья Симоновы! Попрошу приветствовать радужно. Рассмотрим мы сейчас тему такую. Все мы учимся на массажиста, да, и вот новички, как им начинать? Дело в том, что я уже много раз в своих там программах и видеороликах рассказывал, откуда берутся клиенты, да. И на самом деле, если у вас есть навыки в руках, да, если вы вот что-то можете, вы сразу себя можете обозначить, назвать как мастер, да. И поэтому, даже такой афоризм придумал, если у вас есть навыки в руках, то, а у человека напротив вас, ну рядом с вами, у любого человека есть спина и шея, то значит, что у вас есть уже готовый клиент. Он просто про это еще не знает. Надо ему как-то донести, доложить, конечно, да? Ну, конечно, да. Вот. И, соответственно, вопрос. Вот вы начали в этой профессии достаточно недавно, да? И есть ли сложность с клиентами? Откуда вы берете? Как вот они вообще появляются? В начале, да, конечно. Вот это Анатолий Симонов. Анатолий, да. Нас не перепутаешь. Это хотя бы по цветам нас хотя бы не перепутаешь. Да. Вначале тренинг был у нас на своих родственниках. Сын, жена, сын привел друга. Отработка. Да, отработка, да, навыков. Потом жена привела там подругу и потихонечку вот так вот и вот так. Потом пошло уже сарафанное радио. Подруга жены приводит проблему, там, свою подругу уже. Например, шея там позвонок у нее заклинила или еще какая-то проблема. И так пошло сарафанное радио, и уже клиентов получается уже каждый день по 3-4 человека уже начинаешь людям помогать. Каждый день это уже, да, неплохо. Да, иногда бывает, конечно, в чем-то и тяжеловато. Приходят люди уже с такими проблемами, что сразу хотят они выйти от тебя здоровыми. Им объясняешь, что надо все это постепенно, да, за один сеанс. Годами накоплены какие-то травмы, болезни. Болезни, позвонки оседают. Вначале, чтобы поправить позвоночник, надо вначале что сделать? Хотя бы 2 дня массажа. 2 дня массажа, 1 день мануального массажа. С применением мануальной техники корректировки. Постепенно к сложному. Процессу надо подходить творчески, а не так сразу хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и человек или выходит больной, или еще какой-то. Должна быть постепенность. Ну, в общем, подожди, от постепенного к сложному. Я поясню, да, правильно, от постепенного, но от общего к частному, и от простого к сложному. Ну как, да, еще, по-моему, Сократ про это говорил. И сейчас в нашем 21 веке ничего не отменяется. То есть ты, получается, тренируешься как бы, ну, начал тренироваться на кошках, на ближайших. Да. Бесплатно, да? Конечно. И пошла молва. Всех своих друзей я, естественно, примассажировал. Кому позвоночки ставил, кому там шейный позвонок ставил, кому-то таз ставил, и пошло сарафанное радио. Так что, друзья, не обольщайтесь, конечно, сразу клиентов с денежными кошельками может у вас и не быть, да? Но все это наращивается достаточно быстро и постепенно, и практично. Ну и так как мы инструктора рукопашного боя, начинали в Федерации рукопашного боя СССР под учителем руководства, учителя Тадеуша Рафаэльевича Касьянова, сами мы инструктора преподавали в школах. У нас своя была федерация рукопашного боя Балашинского района. И много учеников у нас, которые в процессе тренировок получали различные травмы на соревнованиях, да и в быту получали. Вот эти ученики тоже к нам приходили. Мы на них конкретно тоже пытались применять мануальные такие корректировки там суставов. Но вот у Олега Алафа Гудвина мы научились очень многому. Он нам передал очень много своих секретов таких, как пальцевку делать, как конкретно движение различного характера с такими элементами. Да. Вот все это уже мы применяем уже конкретно, его методику Гудвина конкретно уже на своих учениках. Ну вот мы буквально обучали сколько? 2 недели? Две недели уже шли вот эти ученики. Очень полезные спортсмены, профессионалы, у них мышцы забиты, как правило, да? Вывихнутые суставы, подвывихи всякие, там надрывы, да? Некоторые уже не бьют ногой в голову, потому что у них где-то уже там подвывихи. Вот мы их выравниваем, вставляем. Сарафанное радио уже приходят женщины, у кого-то подвывих шейного отдела позвонка, у кого-то бедро, у кого-то нога короче. И, конечно, мы стараемся творчески подойти к этому вопросу и творчески им помогать. Вот. Которые после этого они уходят довольны. 3-4 сеанса, они уже, можно сказать, уже занимаются спортом, им даем конкретные упражнения, чтобы они укрепляли свой позвоночник,
И не забывали ежедневно делать зарядку. Без зарядки позвоночник просто-напросто не будет костяк стоять ровно и правильно. Поэтому мы объясняем, после нашего мануального массажа и вправки там позвонков обязательно надо проходить зарядку. Кстати, очень правильное замечание, да. Клиент от вас должен уйти не просто отмассированный, да? Да. Не просто вы должны свое умение показать, он поддержать, а еще дать какое-то напутствие, да, чтобы он еще его поддерживал, потому что... И продолжал дальше. Да-да-да, и продолжал там какие-то гимнастику УФК, какие-то приемы, какие-то, может быть, препараты, лекарства там, и так далее, да? Поддерживать вот. Свой уровень. Да, это очень правильный подход, и повышается лояльность ваших клиентов к вам, как специалистам, да? Соответственно, они к вам придут еще и еще раз. Работа массажиста очень интересная. Это как мы занимаемся, как конструкторы строительства тела, человеческое тело. Вот. Можно сказать, вылепливаем своими руками. Я сказал, да. Спортсмен, которому делали мануальный массаж, прошел месяц. После соревнования, окажется, у него был подвылих плеча. Он никак не мог понять, что с ним. То ли трещина, то ли растяжение связки, то ли еще что-то. Когда он к нам обратился... к братьям, к массажистам, целителям, да. Мы посмотрели, оказалось, у него был подвывих, а он никак не мог понять. И врачи не могли ему даже это как-то определить, подсказать, что ли. Или он сам стеснялся к ним обратиться. Да, мы ему поставили плечо на место, подвывих плеча поставили на место. Теперь он поднимает штангу 100 килограмм. 100 килограмм, да, ну, отлично. От груди, да? От груди толкает, да. А то не мог даже руку поднять. Ну, это в плечевом поясе, да, суставчик вышел, вот эти вот, да. Поправили. Ну, и после нашего мануального массажа боксеры, рукопашники, каратеисты или каратисты уже бьют руками уже резко. Кто-то резко. Резко. Круто, со всех сторон. Да. Ну, а вы, как бы, получается, вы же борцы, рукопашники, в охранных системах работали, и вот так вот подошел возраст или какой-то случай, да, и решили сменить профессию. Да, вот так. Был случай даже такой вот у меня, не испробовав на себе, как говорится, эту боль, вот этой боли, которая L5-S1, да, позвонок вот здесь. Да. Я в свое время просто переносил пианино с одним своим бойцом, можно сказать, тоже, с 11 этажа. Ну, я шел впереди и вот так, в такой позе, и у меня заклинил позвоночник. Здесь очень правильно позу держать. Да, 3 года я приходил к мануальным терапевтам в свою поликлинику, не буду говорить... Ну, в Москве. И мне только по моей спине вот так гладили, массажировали, и ну, вот как крутили, но не могли ничего не вставить и прочее. Я с этой болью проходил 5 лет. И вот я оказался здесь у Олега Алафа Гудвина, который мне, извините, за 2 сеанса L5S1 четко все вставил на место. И теперь, позвоночник, да, и теперь вот могу даже показать. Заработали ноги. Да, заработали ноги даже. Вообще круто. И нога поднимается. Уже величина, да. Ожил сразу. Сразу ожил. Спортсмен, массажист ожил. А какая гибкость, пластичность теле образовалась. Это даже, да, это даже были не сеансы, это прямо здесь на тренинге, там буквально там по несколько минут, да, чик-чик-чик, мы друг друга подправили, да. Так что... Благодарен Олегу Алафу, что он нам передал свои секреты мануальной. Спасибо вам тоже. Мануального массажа с мануальной корректировкой позвоночника, суставов. Очень благодарны. Что касается тренинга, да, так что это на самом деле очень выгодно, да, вы приходите и не только как бы получите навыки в руки, да, но и вас тут подправят, починят, сделают высококвалифицированный массаж, причем это мы делаем постоянно с друг другом в течение 60 часов, да, так что очень где-то, полезно. Если бы вы пошли куда-то на сеансы массажа, вы бы отдали большие деньги, да, а тут мы сами... И время потеряли, да, и время деньги потеряли, отдали. Да. Ну, а тут все комфортно для друга практически бесплатно. Вот, Олег Алаф. Спасибо, Олег. Еще одно слово хотел сказать по поводу того, что Олег Алаф, когда у меня заклинил шейный позвонок, я пришел немножко вот таким. Ну, подсудил немножко, потом потренировался, и меня заклинил шею. Олег за один сеанс мне вправил шею. Вчера буквально. Да, вчера. Да. Поэтому я очень благодарен учителю. Взаимно. Ну, давайте, друзья, смотрите, еще немножко разовьем все-таки тему у нас по поводу клиентов. Уже платят нормальные деньги, то есть достаточно можно зарабатывать. 3-4 человека. Да, 3-4 человека уже, я не скрываю, вначале сколько положат, там на масло, как я говорю, без вопросов. Да. Сейчас уже люди благодарны, уже понимают, что именно от наших рук, от массажистов, зависит их на здоровье. И они уже благодарны, уже, конечно, не платят там уже не 500 рублей, а уже повыше.
Ну, вот как тоже есть такой афоризм. С тех пор, как придумали деньги, пропала необходимость придумывать, сочинять, как бы отблагодарить человека. То есть, да, это благодарность. Сошел бартер, да. Да, уже там колбаску с яйцами не несут. Да? Я вначале говорил, сколько уже получите, столько получите. Сейчас нормально, можно заработать. А сейчас уже, да, спокойно, да. Ну, вот мы в Москве живем, жизнь на самом деле дорогая, да? Жизнь дорогая, не будем скрывать. Да, ну, где-то от 3 до 5 тысяч в день можно зарабатывать. Ну, это пока, это для начала. Скромно для начала. Ну, так что, смотрите, а можно, и вот еще раз повторяю, что в этой профессии цена резиновая. Да. Все зависит от человека, который пришел, да? Кому-то мы сделали со скидкой там подешевле, конечно, там за 500 конечно. Рублей. Да, а другому то же самое. Конечно. Можно сделать и за 2 тысячи, и за 3 тысячи. У меня были, которые 9 тысяч давали, вот, примерно то же самое, там 30 минут поработал с человеком, да? Так что клиенты к вам придут, вы не бойтесь. Только, конечно. А это по нарастающей действию, да? Мы сарафанное можем, радио, сарафанное даже радио, ко мне пригласили ливанца, иностранца, которому я за 2000 делал 10 сеансов. Ну, ты посчитайте, элементарная арифметика. 20 тысяч, Анатолий заработал. 20 тысяч там, да. Отработал, за что я дал за семинар, денежки там за стол, и все это уже окупилось уже давно. Ну, дальше. Я вот там вот тоже известный случай описывался в книжке и на сайте. Видео. Вот когда я приехал отдыхать в Египет, да, ну, потратил все деньги, ну что, бывает там развлечения, да. Три дня остается до дома уехать, а хочется, ну, всем там пишут смс-ки, привези мне сувенир, привези, родственников полно. Я думаю, блин, ну как же быть? И взял просто на пляже, на листике бумажно написал, уже не помню точно, массаж делаю за столько, сколько, ну, кто сколько даст. Вот у меня тоже такой, да? Случай, извиняюсь, что я перебил, в Крыму я отдыхал. Тоже сидит массажист, я к нему пришел, я говорю, сколько стоит массаж? Он там, ну, 40 минут, 1000, у меня вопросов нету. Он мне делает массаж, потом я говорю, а давайте я вам теперь сделаю массаж. И я ему делаю массаж, он удивляется, говорит, я столько приемов не знал, сколько вы знаете, Анатолий. А я говорю, деньги вам дать? Не, не надо, лучше я вам дам. Вот так получается в жизни. Я говорю, никто никому не должен, спасибо, благодарен, все разошлись. А я этот листик на пляже прям повесил на колышек. Ну, какой колышек, такая палочка рядом с собой. Люди ходили сначала из бара на пляж, с пляжа на бар. И все ржали, смеялись, там ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я говорю, а вы попробуйте. Ну, один в шутку пошел, второй. Оказалось, шутка – это действительно практика. Они потом всем рассказали, да. И у меня да, весь вечер был обеспечен клиентами, которые заплатили деньги. И я оттуда увез сувениров. Ну, там я покупал каменные статуэтки, вот всякие такие вот тяжелые. Спасибо, да. И килограмм 30 с собой увез вот этих статуэток. Здорово. Всем раздарил, да. Ну, там еще всякие другие подарки были, здорово. Да. Так что еще раз повторяю. Если у вас есть навыки в руках, а рядом есть любой человек, у которого есть спина и шея, ну, это безусловно так, то у вас всегда найдется клиент. И, а вот смотрите, а дальше, если вот вам стало, например, вы выросли, вам стало мало, как вы говорите, 3-4, там, 5 тысяч в день, да? Ну, может быть, да. А можно ли больше увеличить клиентов? Ну, были такие мысли? Нет, конечно, они были, есть и будут, но вначале нужно, конечно, профессионализм работать. Профессионализм уже пошел после тренинга Олега Алафа Гудвина, тренинг пошел, и профессионализм пошел. В дело. Да, в дело, конечно. Я уже буду, уже не стесняясь, уже буду приглашать не только вот там своих друзей там, или сарафанное радио, я уже буду приглашать уже тех людей, у которых, конечно, уже проблемы пошли. Тех же иностранцев, кстати, с удовольствием уже, иностранец уже хочет пригласить уже своих друзей, которые к нему приезжают в гости. Я его ради бога жду уже богатеньких клиентов. Иностранец, в смысле, он живет в России, и он приезжает. Да, он живет в России, а к нему приезжают с ливанца его друзья, родственники. И он говорит, а можно я приведу? Я вопросов нету. Я уже чувствую у себя уверенность, чувствую профессионализм после тренинга Олега Алафа Гудвина. Да. Вот, и я уже приглашаю, пожалуйста, приходите. Ты еще имеешь стол такой компактно складывающийся на ремне, да, да? Ну, и выезжаешь еще. Кроме стационарного стола, у меня есть переносной стол, который всегда у меня в машине, позвоночку, я могу выехать. Вот я сейчас не буду скрывать, выезжаю в Королев, где у меня 4 клиента, целая семья. Начиная от мамы, дочки и кончая там родственников, вопросов нету, я им помогаю. А меня пригласили в массажный в салон красоты, конкретно проводить массажи. Антицеллюлитный,
медицинский, общий, спортивный. И теперь уже благодаря Олегу Алафу Гудвину буду проводить мануальный массаж с мануальной корректировкой позвоночника и суставов. Да, и костно-связочного аппарата. Да, я уже принимаю в Москве. То есть у тебя ассортимент твоих услуг, он уже растет. Да, он расширился уже. И в принципе он дальше еще может расти, потому что у нас только массажа 40 видов насчитывается, а еще плюс к этому там банки, пиявки, обертывания, там щупальца. Медовый массаж. Так что, вот смотри, это получается, ты устроился в кабинетик, при салоне красоты. Да, в салон красоты. На проценты, да? Да, на проценты работаю. Я аренду сдаю. Да, нет, я от клиентов процент. От клиентов процент. То есть клиентов приводят они? Да, да. Да? То есть вот, можно не заботиться, клиентов такой тоже способ. Клиенты уже есть в салоне красоты. И я, ну, могу честно сказать, что 30% отдаю салону красоты. 70% зарабатываю. Ну, очень неплохо. Неплохо. То есть, согласие, и всем им интересно, и... Мне, естественно, интересно. По секретику еще скажу, что так поступают на самом деле многие, которые нарабатывают свою клиентуру, работая где-то на кого-то, там в салонах красоты, да, в салонах. Даже 49%. Да. Да, и 40, и 50, и 60 бывают, да, да, все по-разному. Бывает, и 60 дают, это ты хорошо устроился. Я тебе скажу. По знакомству пригласили уже вот так. И в итоге, получается, нарабатывают свою клиентскую базу, а потом уже могут отдельно уйти из салона, да, и работать сами на себя с той же клиентской базой, да, клиентура останется, она пойдет за вами, да. Так что это тоже как способ очень выгодно. Да, еще хочу добавить, меня приглашали в два бассейна, от которых я отказался, не были выгодны для меня условия. Но они сейчас пожалели, что немножко так это, завысили планочку свою. Ну вот вы меня тоже удивлены, вы вроде бы новички, да, а так сразу же и туда приглашают. Нет, мы активные люди, мы спортсмены, поэтому мы, как говорится, постоянно в движении. Главное разговаривать. Вот. Да, постоянно в движении, общаться, контакт надо находить обязательно. Точно. Потому что вы согласитесь, наверное, что это такая профессия уникальная, которая в любом возрасте пригодится. Сколько бы вам не было лет на пенсии, да, может быть, вы там даже не знаю. Мы военные пенсионеры, а вы, пожалуйста, бывшие, как и настоящие спортсмены, ну, бывшие спортсмены. Я был еще чемпион Москвы по боксу, вот, в прошлом. Вот, все эти травмы, они все-таки дают знать о себе, и сами мы себя и лечили раньше, а сейчас уже персонализм уже и помогать уже людям хотим. Другим. Вот, да, это другим. Уже призвание. Уже призвание. Значит, о том, что, да. Работа интересная. Работа интересная. Захватывающая, по крайней мере. Интересно, захватывающая в любом возрасте, в любом городе, конечно. В любой стране пригодится, да, конечно. Так что, как говорится, научился один раз на велосипеде кататься, всю жизнь ты про это не забудешь, будешь кататься, да. Так и тут, приходите к нам на тренинги, да, получаете навыки в руки, и вы с ними никогда нигде не пропадете. Не пожалеете. И мы еще раз придем к Олегу Алафу Гудвину для того, посмотрим, ну, через какое время квалификации. Нет, подожди, не выключай. Мы еще добавим вот эту вот тему, что на самом деле клиенты, они начинают, вот когда вы уже обретаете какую-то известность, да, приходят даже из тех мест, откуда вы могли не знать. Ко мне приезжала, вот я в Москве, да, работаю, по роликам в Ютубе находят люди, из Берлина приехала женщина, представляете, не пожалела, 3 дня была здесь, деньги на перелет, тут проживала, ну, у подруги проживала, да. 3 дня ходила ко мне на массаж, уехала туда, платила хорошо, в евро, уехала туда, оттуда до сих пор я ее консультирую через WhatsApp. То есть, вот видите, поддерживаем связи. Ну, она русскоязычная была, просто вышла замуж за немца, да. А на той неделе ко мне приезжал вообще итальянец, ой, испанец, извините. По-русски вообще не бум-бум, по-английски на каком-то он там ломаном говорит. Я тоже на ломаном английском, как-то мы там друг друга понимали. И он отлично платил, нашел меня, специально меня через YouTube, лично ко мне приехал, представляете? Это, кстати, много стоит. Снимал все наши процедуры на видео, говорит, я поеду туда, показываю своим массажистам, чтобы они знали, как надо делать, как надо работать, потому что у нас так не работают. Ну, а общались мы с ним через Google Translate, он там что-то скажет, там, да, переводчик пишет. Нормально, нашли общение. И также ко мне из Австралии, из Норвегии приезжают люди, вот сюда в Москву, представляете? Иной раз местных людей не дождешься, им далеко с две станции на метро проехать, да? А эти столько приезжают проделать расстояние. Олег, а вот недавно из Таиланда приехал турист с шеей, забыл за буйки, он прямо в море заклинило шею, вот приехал... Привезли через 2 дня. Да, это случай был, да, он плывет где-то, заплыл за буйки, и вдруг раз, и шея не поворачивается.
Он вот так доплыл одной рукой до берега. Сколько-то там 2 дня еще прошло, пока там его закончится туристический срок, да, приехал в Москву, попал к нему на массаж, и вот мы за один раз мы там все поправили, все. Очень показательно. В Таиланде, кстати, был я в Таиланде, когда обошел 6 салонов. Местных, да? Местных салонов. Знаменитых, которые на весь мир все рекламируют. Сам находился там, и мне делали массаж. Вот из 6 салонов мне понравился только один салон, который правильно делал. Остальные только, как вот немцам они делают, погладят, гуд-гуд, гуд-гуд. Я говорю, мне гуд-гуд не надо, мне нужен хороший, нормальный салон. Только на 6-м салоне я только увидел, как... Мне надо стронг. Да, да, более-менее там делали массаж. Я им тоже показал свою, конечно, классику, они тоже удивились, переняли какие-то тоже мои жесты. Так что был обмен опытом, можно так сказать. Вот так вот. Ну вообще круто, круто, вы молодцы, братья. Так что мы не засиживаемся на одном месте, идет прогресс постоянно. И прогресс получили мы очень большой у Олега Алафа Гудвина в Академии телесно-ориентированных практик Альфа Топ. И вам желаем получить здесь спасибо. А, ну вот сайт ты знаешь. Сайт есть, пожалуйста. alfa-top.ru. Можете зайти посмотреть. И не пожалеете. Ну, вот я еще хочу просто добавить по поводу интернета. То есть клиенты приходят, и не надо про это забывать. У нас есть ассоциация, также называется Альфа Топ, ассоциация специалистов Академии, да, Альфа Топ, где мы вас пиарим, продвигаем, рекламируем на всех возможных интернет-пространствах, делаем информационное поле про всех. Это, соответственно, все социальные сети, это Инстаграм, Ютуб, Твиттер, Телеграм даже. И если вы специалист готовый, да, вот вы обучились и хотите действительно привлечь больше клиентов, в Ютубе можем для вас организовать специальный плейлист лично под вас. Поэтому собирайте свои видеоотзывы, описывайте на видео, как вы там что-то делаете людям, да, какие приемы применяете, для чего им это нужно. Обязательно как бы, тот, кто вас смотрит, он должен понимать, что вы даете человеку, да, что вы ему несете. И, соответственно, ну, я приглашаю вас, вступайте в эту ассоциацию, да, и будет вам счастье, клиенты попрут сплошным потоком. Вот, ну, там есть много еще дополнительных маркетинговых инструментов, да, это печатные всякие инструменты, флайеры, визитки, там, брошюры, буклеты, афиши какие-то, да, акции и так далее. Всему этому я вас там обучу, Олег Алавгудвин. И, соответственно, ну, нет проблем с клиентами, да? Нет, я с вот, живя в элитном доме, на своем подъезде написала маленькую такую рекламку. Мануальный массажист, мануальная корректировка позвоночных суставов, и сразу ко мне записалось 4 человека. С моего только одного подъезда. Вообще супер. Не знаю, что они не знали, что в моем подъезде проживает такой, как я, Александр Сибирь. Так что массажист. Я в заключение скажу, что... Это все миф, вот мне многие говорят, а где найти клиентов, вот мы обучились и ходим там грустные, да. Нету такой проблемы, нету, понимаете, Олег, если вы подвижны. Да. Хочу добавить, да, коллегу слова, хочу подтвердить. В военкомате мне военком сказал, из 10 призывников 9 человек с сколиозом. Представляете, 9 человек призывников со сколиозом. Работай, непочатый край. Людям надо помогать. Да, у людей проблемы есть, а проблема есть, да. И чем раньше ребенок или подросток к нам обратится, тем легче будет ему, значит, помочь. И вправить, как положено, вот это сколиоз. Родовые травмы бывают различных. Да. Родовые травмы обращаются очень. Ну, вот у меня обратились ко мне 2 женщины, родовые травмы. Бедро немножко повернули так, нога немножко подняла. Это столько лет они ходили? Ходили, и даже и не понимали. Они понимали, но никто им помочь профессионально не мог. Вот после того, как я прошел даже удивительно. У Гудвина Олега Алафа, я этим женщинам 2 помог. Они даже просто рады. Они даже не поняли, что можно было им помочь. Ну вот видите, мы несем такую благую цель, миссию в эту жизнь. Я же, слава Богу, да. Я вот обычно говорю, что нету любого другого богоугодного дела такого, чем помогать другим людям. Это самое лучшее дело. Когда видишь в глазах радость у своих пациентов, и у тебя появляется воодушевление, чтобы получать как можно больше знаний. Да, да, да. Поэтому мы благодарны. Ой, по поводу радости, действительно, вы не поверите, есть такое, когда вот... Ну, у меня бывают люди, ну, клиенты, даже не то, что клиенты, а даже их друзья за клиентов.
прощаются со мной, обнимаются прямо, целуются, подарки несут. Будем дружить домами. Да, будем дружить домами. А один даже клиент, представляете, возвращался 4 раза, чтобы поезжать мне руку двумя руками своими. Представляете, уйдет, оденется, вернется и еще раз пожмет. Да, да. Так что от благодарности просто это восхитительная профессия. От всего сердца, я другой такой профессии не знаю, да. Итак, с нами были братья Симоновы и Олег Алавгудвин. Так что подписывайтесь на наш канал и узнавайте много новых приемчиков, как вам можно подзаработать и хорошо помогать другим людям. Нет лучше другой профессии.